Владимир, тут такая ситуация. Давай, выходи. В общем, нужна ваша помощь. Есть кто живой? Четверо. Еще тетка злая. Страшный, на Кощея похож. И дуболомов пора. Фоторобот знакомый. Трубку им передай. Здрасте. Вас. Нас? Что надо? Слушай сюда, размороженный. Если хоть один волос с ее головы упадет, я тебя на запчасти разберу, а потом по памяти соберу. А память у меня так себе, так что... Ой, все. Ух ты, крепкий. Раскладушечка. Ваш телефончик. Ну что, давай знакомиться, коллега. В смысле, коллега? По-нашему, Григорию Олеговичу, конечно же. Видели? Он ее бизнесменшей сделал. Что значит сделал? Григорий Олегович мой инвестор, а я хозяйка. В чем проблема? Да какая проблема? Билетик мой счастливый. Следи за мыслью. Если Гриша на стороне завел себе какую-то шалашовку, значит, брачный договор нарушен и им самим. А это значит, что завещание недействительно. А это значит, что хозяйка здесь я. А это значит... А ты сколько весишь? Чего? Плохо слышишь? Как просили. Откройте, это мой салон. Сомневаюсь. Так, панорама сражения ясна. Менты приезжали? Приезжала патрулька. Сказали ничего не сделать. Документы на салон в папке. Папка в сейфе. Сейф в салоне. Сказочно. Надо адвокату звонить. У него оригинал завещания. Только у меня телефон сломан. Что-то мне подсказывает, нет у него оригинала. Ночью ворвались. Завещание забрали. Нет у вас больше доказательств собственности, Елена Сергеевна. Приплыли. Так. На раз, два, три сопли свои резко собрали. Сейчас вернусь. Здесь кальянку поставим. Mm-hmm. Тут випку. Mm-hmm. Випка одна. Там лава-лампы. Ты
Ты такой сексуальный, когда о бизнесе говоришь. Да? А давай устроим приват. Не будем ждать. Когда кабинку поставят. Давай. О, а это что? Шампусик. Говорим бутылочку. А чего говорить? Заставим? Что надо? Службу доставки. Доставки чего? Проблем. А, так вот кто у нас тут. Второй собственничек. Мендин Владимир Валерьевич. Да. Мендин Владимир Валерьевич. По-хорошему будем салон отдавать, так? Прежде чем по-хорошему, хотелось бы, конечно, по-плохому. Тем более, я смотрю, вы уже подготовились. Чё? Чё, копчё? Может, дверь откроешь или боитесь меня? Чё? Корыто своё на месте для инвалидов припарковали. Говорят, а в тупую голову даже бутылка не бьется. Ну, вы же не будете бить женщину. Вы же мужчина. Зато я нет. И что теперь? О них позаботятся. Кто? Владимир, я вас в долгу. Да ладно. Может, хотя бы лед привожу? Да не стоит. Я ж десантник. Голова у нас не жизненно важный уровень. Машка, вставай, в садик опаздываю. Машка, вставай, вставай, вставай. Ну. Пап, у меня зуб выпал. О, молодец. Под подушку положи, зубная фея подарочек принесет. А зубная фея всем подарки приносит? Конечно, всем. Это Дед Мороз. Стишок ему расскажи, песенку спой. А зубной фее талант-то до лампочки. Пошли, пошли, моя хорошая, еще зубы чистить. Зашибись. Нам же только овчарки не хватало. Зато ни один жених не сбежит. Это да. Вы хотели надежность? Вот вам надежность. Самая надежная система на рынке. По стандартам ФСИН. Это что? Федеральная служба исполнения наказания. Вот вы слышали, чтобы из бутырки кто-нибудь сбежал? Я не слышала, чтобы там кто-то женился. Наталья? Здравствуйте, а у вас примерка же завтра, нет? Не будет примерки. И свадьбы не будет. Девочки, чай. Ладно, мы до завтра подумаем, хорошо? Хорошо, как скажете. До свидания. До свидания. Короче, мы с моим котиком замочек купили, чтобы на дерево любви повесить. А я сегодня у своей астрологи не была. И она говорит, что прежде чем свой замочек вешать, нужно все старые спилить. Говорит, что замочек от прошлого брака – это очень-очень плохая примета. Да-да-да, я тоже слышала. Если старый замок висит, к старой любви и тянет. Ой, Люба. Цыц. Вообще могу уйти. На том дереве моих три бывших висят. Ну, вернее, замочки их. Ой, ну все. Все. К первому придурку потянула. Ой, нет.
Нет, ко второму имбецилу. Ой, Так. Давайте без паники. Давайте мы пошлем человека, и он спилит вам замочки. Чик-чик, и ни того, ни другого. А что, так можно? Да, это наша стандартная услуга. Мало ли у кого что висит. Теперь что, не жениться, что ли? Ну, спасибо вам, вы настоящее чудо. Ну все, завтра примерка. Какие до 2 лет? Никакой это не вандализм, наоборот, мы помогаем людям. Ну, мало ли, какие у людей причуды. Наше дело маленькое. Пришел, увидел, поженил. Алло! Алло! Сколько? Я говорю, деревце в ЗАГСе, а не кремлевская елка. Ясно все. Че говорят? Да что, обзвонила всех слесарей? Никто не хочет. Говорят, подсудное дело. Не знаю, нам нужен кто-то смелый, решительный и не очень умный. Лена Сергеевна, ну сколько вам говорить? Ничего мне от вас не нужно. Я не за этим. Я хочу еще немного одолжиться. Да там ерунда. Чик-чик и все. Мне так говорили, когда в больницу с аппендицитом везли. Что надо сделать? Спасти молодую семью. Замочки в ЗАГСе на дереве любви спилить. Ой, Лена Сергеевна, я бы помог с удовольствием, но мне дочку надо из сада забрать. А давайте тогда я заберу. Пожалуйста. Ладно. Пап, я болгарку у тебя возьму. Здравствуйте, я за Машей Мендиной. Да, меня предупредили. Вы потом передайте, пожалуйста, Владимиру, чтобы он на вас тоже пропуск оформил. Я, конечно, понимаю, вы ему не чужой человек, но правило. Да я... Да вы не стесняйтесь. Мы все здесь очень рады за Владимира. Наконец-то. 3 дочки. Девочки растут без матери. Мужчина, он, конечно, прекрасный, но... Я бы не идеализировала. Прекрасно, что вы это понимаете. Нужна женская рука. Немедленно. Представляете, Маша у нас здесь устроила зубной бизнес. Она продает детям зубы, чтобы они клали их под подушку, и зубная фея приносила подарки. А зубы она где берет? Не поверите. Сегодня
вы отправляетесь в свое самое длинное и захватывающее путешествие. И в знак нерушимости ваших чувств вы можете повесить замочек на наше волшебное дерево любви. Альбиночка. А почему папа не приехал? Папа сейчас занят немного. Вы наша новая мама? У меня мамы никогда не было. Папа говорит, у нас и так три принцессы, нам хватает. Но я бы не против, мама. Вау, это ваша такая красивая машина. Вау. А можно я спереди поеду? Ну, не знаю. Папа всегда разрешает. Ну, раз папа разрешает, пошли. А можно остановиться вон там? Мне надо для садика кое-что купить. А деньги-то у тебя есть? Лучше. Вы не подскажете, по какому сейчас курсу зубы идут? Боюсь, такого обменника у них в магазине точно нет. А у вас? Прыгай. А это все тебе точно нужно? Конечно. У меня ведь завтра день рождения. Надо все в садике угостить. А можно личный вопрос? У вас кто папа? Папа? Угу. Военный. Значит, сходится. Что сходится? Это же все знают. Девочки выбирают себе бойфрендов, похожих на своих пап. Неужели? Конечно. Вот когда у меня будет парень, он будет такой, как мой папа. Военный. У вас папа военный? Поэтому будь нашим папой и замути. Лейтенант Матюшкин, ваши документы и багажник откройте, пожалуйста. Ну что, пехота, мы с тобой вопрос не сможем решить. Парашютом прыгнуть хочешь? Один звонок, и будет все красиво, а? В небе облака, на земле коньяк. Давай так. Ты меня не видел, я тебя не видел. И разойдемся без головников. У меня отец... Точь-в-точь Дукалис. Без парашюта. Километр свистел. И по касательной в озеро. Щу. У меня в ломбарде кортик. Офицерский настоящий. К кокарде твоей подойдет. Получается, вопрос решен? Решен. Женек, как там твой лейтенант Петров? Пусть брюки утюжит, дело есть. Слушай, ну одно дело просто понтануться, но настоящие менты меня точно раскусят. А ты меньше тупи. Кавалерийский наскок. Пришел, увидел, корочка махнул. Не знаю. Хотел понравиться папе? Вот твой звездный час. Здравия желаю. Я это... просто хотел... Ну, нет, так нет. Понял. Кавалерийский наскок. Коробов, моя фамилия. Это о чем-нибудь говорит? А что ж ты сразу не сказал, что не мент? Вас вытащить хотел.
Ну, своим, чтобы стать. Ради Женьки. Владимир. Антон. Дурак ты, Антон. Так, брачующийся, с вещами на выход. За вас похлопотали. Кто? А это что такое? Ты почему на переднем сиденье ехала? Ты же сказала, папа разрешает. Я смотрю, аллергия пошла. Лена Сергеевна, она вас что, на сладкое развела? А я смотрю, вы тоже замочками справились. Оба молодцы. Алло, солдат! Это кто тебя надоумил в форму вырядиться? Борзота! Совсем уже страх потерял? Знакомьтесь, мой папа Петр Андреевич Коробов. Сижу на совещании с самим министром обороны, и тут меня вызывает мой сын, прикрываясь моей фамилией, пытается вытащить из тюрьмы каких-то... Петюня, я смотрю, полканом стал. До сих пор при штабе булки греешь. Эх, Володя, а ты, я смотрю, все не угомонишься. Марш домой! Пап, а что это сейчас было? Это давняя любовь. Как? Опупенно. Не то слово. Только одного зуба не хватило. Я бабушкин из шкатулки взяла. Устрою. Ему рожу до кирпича сотру. Котик, котик, не больше у нас садки. Он этот, он десантник, его так просто не сотрет. Подожди, ты хочешь сказать, что плакала моя стрепуха? Нет, не плакала, не плакала. Ничего, ничего. Мы его по-другому, мы его хитрики возьмем. Все, прямо. Так, это ж моя машина. Береты цвета неба и АКС в руках, и ветер от турбин прижмет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска, мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют, как родина красива свысока. Пусть знают, что державу никогда не подведут воздушные десантные войска. Никто, кроме нас, не выдержит это. Воздушный десант на самом краю. Никто, кроме нас, мы падаем в небо. Несут купола к победе в бою. На острие атаки, когда везде огонь, и все пылая рушится вокруг, нам БМД поможет, десанта верный конь прикроется спины надежный друг. На марше и в полете, в горах и небесах
горели, мерзли, ползали в болотах. Мечтали, чтобы выжить, и чтоб женские глаза стреляли в сердце вместо пулеметов. Никто, кроме нас, не выдержит это. Воздушный десант на самом краю. Никто, кроме нас, мы падаем в небо. Купола к победе в бою.